Командир капитан наш! Ура! Так много, да? Здравствуйте, дорогие друзья! Сильвер Лига. Сейчас команда Киеврада и команда Капкан. Капкана сегодня всего 5 футболистов, нету замены. Они играют в белых футболках. Киеврада же играет в темно-синих футболках. Сбор более чем достаточный. 2 четверки. Ну, почти, будем так говорить. 4 и 3 человека на замене. 3 футболиста. В целом, это неплохой сбор. Хацевич на Охрименко, Стрельченко. Закалюжный. Хацевич. Он отыграл назад. Стрельченко на Закалюжного. Олейник Эдуард. Стрельченко на Охрименко, Фалит, Олейник. Закалюжный, дальний удар. Охрименко на Горячего. Прошу прощения, на Хацевича. Игоря, он пробивал с носка. Это мимо, но, судя по всему, коснулось футболиста как раз именно капкана. Кирда. Играет на Назара Казмирука. Казмирук снова на Кирда Павла. Камлук. Охрименко. Хацевич. Мне показалось, честно говоря, что в этом эпизоде Игорь пробивал мимо. Ну вот Богдан Кирилл отбил этот удар. Разрешили играть Киеврада именно игроку капкана. Так как проблемный сбор сегодня был у белых. Тяжеловато им собиралось. Хороший удар мы видим от капкана. Казмирук. Олейник. Накирда. Снова Олейник. Ой, Назар Казмирук, прошу прощения. А вот теперь уже Олейник. Эдуард. Играет левее. Павел. Через назад. Хороший контроль от капкана мы сейчас видим. Кирда. И Закалюжный отбирает этот мяч. И вот таким образом удается ему забить. Казалось бы, странный удар, но это именно странный удар и помешал обработать его. Забивает у нас Закалюжный Роман. До конца, да вы! Казмирук отыграл на Богдана Кирилла. Охрименко перехватывает эту передачу, потому что он банально не точно пошла на Олейника. И с мячом Киеврада. У нас салют, как я понимаю, где-то там за спиной. На Отрадном взрывает. Охрименко играет на Закалюжного. Пробрасывает Роман мяч. Казмирук.
Техничное движение, немножко оно не сработало в этом эпизоде. Богдан Кирилл, на вынос. Закалюшин разыграл с горячим, и вот неточная передача от Виталия последовала. Богдан Кирилл, Казмирук. Снова Роман Закалюжный с мячом. Играет на горячего Виталия. Олейник. Кирда играет на Олейника. Охрименко надежно подчищает. Ну, в достойном темпе пока что сражается капкан. Хоть их и 5 всего. И нет замен. Казмирук. Охрименко отбирает мяч, уходит вправо. Попытался отдать передачу, передача не прошла. Ну, Закалюжный. Снова Закалюжный, но на этот раз уже не так точно и не так хорошо. Богдан Кирилл. Казмирук. Олейник Эдуард открыт, увидит ли. Попробовал сам обыграть, не получилось. И с мячом Киеврада уже. И Стреченко Максим забивает второй мяч. Выключились из борьбы после этого фола, как я понимаю. Камлук, Кирда. Олейник потянул, сыграл на Казмирука Назара. Попробовал Назар сделать навес. Навес перекусили, отобрали. Ну и момент был очень хороший, но забить не получилось. Семкив, как я понимаю, на ударной был. Охрименко навешен на Закалюжного. Семкив. Потерял он сцепление, упал. Бля, да ебаный в рот, бля. Отложенный пол, белые. Кто? Пол белые. Ром. Где там? Стреченко. Охрименко пробивал Сергей. Пошло мимо этот удар. Казмирук. Назар классно вырезал передачу, но Кирда попробовал открыться, но передача не совсем настолько была точная. Не прошла эта передача на Закалюжного, но он видит аут. Охрименко. Богдан Кирилл с мячом. Бросает на Олейника Эдуарда. Так плотно, можно сказать, в Павла передача адресовывалась. Стрельченко. Играет на Закалюжного. Снова Стрельченко. Закалюжный пробивал. Это немного мимо. Ром,
Эдик! Эдик! Блядь, так какого хуя? Спокойно, Вась. Вась, покинь. Я! Я! Ром! Эдик, дай. Ну, мяч у нас. Отложенный фол синим. А Хременко? Хорошо. Ром! Будет пол сейчас вам первый. С галюжной дальний удар, это гол. За галюжный Роман забивает на 10-й минуте. Счет становится 3-0. Змирук. Камлук. Но это гол от капкана. Забивает Казмирук Назар. И забивает как раз с ошибки Тесленко Александр, который, не знаю, но вот бывает иногда поспешит куда-то вбросить. И вбрасывает совершенно не туда, куда нужно. 3-1 таким образом счет становится. Семкев на Стрельченко. Снова Семкев. Хацевич. Ахрименко. Тесленко. Игорек, смотрел. Тайм-аут, можно, пожалуйста. Тайм-аут белые. Ну, тайм-аут бьет, команда капкан. Олейник. Кирда. Хацевич играет на Хременко. Подловил на замахе Сергея и сразу же передачу отдавал на Бондарчука. Богдан Кирилл вбросил. Пока что это не точно. Камлук. На Олейника. Эдуард, казалось бы, точная передача отдает на Зазара. Не проходит она. И Хацевич разгоняет эту атаку через центр. Тесленко вбрасывает на Стрельченко. Махрименко попробовал развернуться, а вот дальше как-то сыграть не смог. Головой. Казмирук. Назар будет второй угловой подавать. Кирда, обработать такой мяч непросто. Назад.
Казмирук, Назар придерживает мяч у себя. Олейник Эдуардович предлагается. Ну и хороший отбор от Бондарчука Александра. Богдан Кирилл далеко вбрасывает на Камлука. Выключился Олег из борьбы сейчас. Стрельченко. Хацевич. Ахрименко. И хорошая ударная позиция у Камлука. Забивает он под дальнюю штангу. На 14-й минуте. 3-2 таким образом счет становится. Ахрименко на Стрельченко. Богдан Кирилл вбрасывает. Кирда. Казмирук, Назар. Ну и сейчас два футболиста в атакующих действиях. Назар, Казмирук, Олейник. И тащит этот мяч. Неплохой сейв у нас на 15-й минуте. Богдан Кирилл, Камлук. А что дальше? Дальше мяч выходит за пределы поля. Да, навешивает. Казмирук, Назар. Попытка необычных передач от одного другого партнера по команде. Стрельченко на Хрименко. Ну вот это желание сыграть головой от Закалюжного повлияло на ход и решение, будем так сказать, Богдана Кирилла, как играть в этом эпизоде. Закалюжный на Стрельченко. Наметился на удар Роман. Пробил, но это явно выше. Причем намного выше. Олейник достал мяч. Аут. Весленко на Стрельченко. Богдан Кирилл, Хацевич Игорь головой, ну и Кирда Павел назад, в сторону ворот. Камлу, в касание, что это? Обработка попытался сделать, непонятно. Ахрименко, тоже вброс. Серия вот таких вбросов без контроля мяча. Не знаю, для кого она в плюс, но я думаю, что явно не для Киеврады. Они же могут поконтролировать мяч. Закалюжный. Разглядел он, что между игроков располагался как раз именно Хацевич Игорь, но передачу отдать не смог в ту зону, которую задумал.
пенальти. Опасная игра. Опасная игра. Нет, это не я первый. Ребята, опасная игра. Все, хватит разговаривать. Белые пробивают. А я вот так. Вводим мяч. Тесленко на Хрименко. Стельченко играет на Хацевича. Хороший удар от Игоря. Парирует Богдан. Кирдам. Хацевич играет на Закалюжного. Казмирук. Назад, пацаны, назад, назад. Ахрименко, навес дальний на Закалюжного. Тащит этот удар. Богдан Кирилл. Не забивает Закалюжный Роман. Почему-то завели здесь на самом деле игроки Капкана. Давайте сюда. Тихо, остановите время. Да все, остановите время, пожалуйста. А мне за шо? Да, мне жовта за те, что он на меска у сучарочку. Мне номер взял. Шо, я сомаю. Давайте. Да, они одинаковые. Дайте Богдан Кирилл вбрасывает. Ахрименко головой на Закалюжного. Хороший по силе удар удается Роману. Стрельченко на Ахрименко. Ну и 20 секунд до завершения первого тайма. Казмирук. Технично удается накручивать футболистов в Киеврада. Вот в данном случае это был Хацевич. Активно он набрасывался и за что и поплатился. Правда, завершение по итогу толкового не было в этой атаке. И за четвертый по завершению первого тайма 4-2. Счет выигрывает Киеврада.